Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня у нас самый популярный летний рецепт, просто пища богов, и это окрошка. Но мы сделаем ее не совсем обычным способом. В одном из ресторанов я подсмотрела очень интересный и эффектный вариант подачи. В этом видео вы увидите какой. Нам понадобится свежая зелень, свежие огурцы, редиска, вареная докторская колбаса, вареные яйца, вареный картофель, сметана, горчица и квас. Конечно же, все продукты должны быть хорошими, вкусными и качественными, особенно колбаса и квас. Выбирайте их, пожалуйста, тщательно, колбаса должна быть категории А или Б. Ну что, приступаем к приготовлению окрошки. Огурцы нарезаем кубиком, редис тоже режем кубиком или мелкими кусочками, так как вам больше нравится. Вообще, больше всего в окрошке не люблю резать редиску. Но в этот раз редиска хотя бы была достаточно крупная, поэтому я справилась относительно быстро. Колбасу очищаем от пленки и тоже нарезаем кубиком. Кстати, кубики для окрошки не должны быть слишком мелкими, иначе вкус будет не такой выраженный. Кубики должны быть достаточно крупные или средние. Дальше на очереди яйца. Яйца предварительно нужно сварить и остудить до комнатной температуры. Затем тоже порезать кубиком или воспользоваться специальным инструментом, как у меня на видео. С ним намного удобнее. Теперь переходим к зелени. Зелень предварительно моем холодной водой, обсушиваем бумажными полотенцами и мелко рубим. Зелени берите больше, чем остальных ингредиентов, потому что зелени в окрошке много не бывает. И теперь самое интересное. Берем красивый винный бокал и наливаем в него квас. Накрываем бокал сверху глубокой тарелкой и очень быстро и аккуратно переворачиваем. Теперь выкладываем вокруг бокала все ингредиенты по порядку. Да, совсем забыла сказать про картофель. Картофель тоже нужно предварительно сварить и нарезать кубиком. Я это сделала заранее. Теперь мы просто поднимаем бокал, и окрошка готова. Ну что, друзья, как вам такая подача? Казалось бы, обычная окрошка, но как интересно она смотрится на столе. Уставший муж после работы точно оценит. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.